Приветствую вас на канале «Современные родители». Сегодняшнее видео я посвящаю лучшим гироскутерам и сегвеям. Благодаря своей мобильности, небольшим габаритам и весу, гироскутеры и сегвеи становятся все более популярным средством для передвижения среди молодежи. Управление таким транспортом не требует наличия навыков вождения, поэтому научиться ездить на нем легко и просто. Вначале расскажу, что представляют собой эти инновационные агрегаты. Они оба предназначены для передвижения, спорта и развлечений. Гироскутер – это рассчитанная на одного человека мини-платформа с небольшими колесами и электродвигателем, работающим от аккумулятора. А сегвей – это та же доска с колесами, но снабженная ручкой, за которую удобно держаться руками. Современные модели сегвеев выпускаются с короткой ручкой, которая зажимается между коленей. Повороты и развороты и на гироскутере, и на сегвее осуществляются посредством встроенной гироскопической системы за счет изменения угла наклона при движении. На основе отзывов и оценок специалистов и интернет-аудитории я составила актуальный рейтинг 2020 года, в который вошли 7 лучших моделей гироскутеров и сегвеев. Составляя эту подборку, я учитывала следующие параметры – качество сборки, функционал и эксплуатационные характеристики, такие как скорость, максимальная нагрузка, время работы после подзарядки и другие. Ссылки на каждую из рассмотренных моделей я оставлю в описании, чтобы вы могли видеть актуальные цены. Вопросы и ваше мнение о подборке жду в комментариях. Буду благодарна за подписку и лайк этому видео. Хорошего просмотра! Итак, в топовую подборку вошли следующие модели гироскутеров и сегвеев. Открывает рейтинг мини-сегвей от компании Xiaomi под названием Ninebot Mini. Эта послушная и достаточно маневренная модель обладает 10-дюймовыми надувными колесами и ножным рулем. Каркас и платформа выполнены из прочного авиационного сплава. Они способны выдержать пассажиров весом до 85 кг. Для удобства на платформе предусмотрены нескользящие накладки. Два мотор-колеса обладают мощностью по 350 Вт каждая, что позволяет развивать скорость до 16 км в час и подниматься в горку с максимальным углом 15 градусов. Эта модель мини-сегвея снабжена функцией самостоятельной балансировки, что помогает платформе держать горизонтальное положение, а райдеру не терять равновесие. Встроенная интеллектуальная система анализирует скорость движения, его стиль, а также сообщит о превышении скорости, замедлит гироскутер, если пассажир игнорирует предупреждение. Аккумулятор Ninebot Mini полностью заряжается за 4 часа, что позволяет агрегату проехать около 22 километров. Для управления мини-сегвеем, его скоростью или же для выбора направления можно использовать руль-рычаг или установленное приложение на смартфоне. Также производителем реализована в устройстве BMS-система управления аккумуляторами. Она позволяет считывать информацию об используемой мощности и энергии батареи и распределять ее в процессе, экономя в умном режиме. В общем, аппарат от Xiaomi признан шустрым, безопасным в эксплуатации и имеющим хороший запас хода. Управляется он просто. Ребенок или подросток смогут быстро освоить это средство передвижения. Продолжает подборку умная модель от Smart Balance, модификация Premium 10.5. Платформа с реализованной в ней системой трактор обладает хорошей самобалансировкой и оснащена двумя большими и мощными колесами по 500 Вт на каждое. Это позволяет кататься не только по ровным дорогам, но и по бездорожью, газону, песку и гравию. А для заядлых экстремалов есть возможность ездить даже по снегу и льду. Колеса при необходимости за пару минут подкачиваются обычным насосом. Каркас устройства выполнен из качественного силумина и покрыт ударопрочным пластиком. Он рассчитан на максимальный вес пассажира в 120 кг. Внизу платформы находятся кнопки, отвечающие за включение и выключение гаджета. Там же расположен разъем для подзарядки и динамики для воспроизведения музыки.
Отметим отличительную особенность данной модели, которая заключается в том, что дисплей выполнен в форме изогнутого треугольника. Индикатор заряда аккумулятора на нем светится зеленым светом, пока его уровень не падает ниже 20%. Затем он загорается красным. 2 часа нужно, чтобы зарядить аккумулятор полностью, после чего гироскутер может проехать около 20 километров. Модель Premium 10.5 действительно является инновационной, поскольку в нее встроена плата TaoTao. При загрузке фирменного приложения настройки гироскутера можно менять со смартфона. Данный гироскутер предлагается в продаже с самыми разнообразными принтами и рисунками. Есть из чего выбрать. Однако следует знать, что минимальный вес пользователя должен составлять 30 кг. Детям до 11 лет не рекомендуется пользоваться устройством из соображений безопасности. Следующий гироскутер от уже известного бренда Smart Balance. На этот раз яркая и ультрамодная модель Pro 10.5. Его рама создана из качественного сплава, а корпус покрыт прочным пластиком, который надежно противостоит ударам. Также имеется защита от пыли, влаги и брызг. Производитель обеспечил колесам хороший клиренс, поскольку изготовлены они в виде надувной камерной конструкции. Комфортность хода усиливает особый рисунок протектора. Модель маневрена, послушна и хорошо управляема. Она считается внедорожником, поэтому предполагает езду по небольшому бездорожью. Управлять данным гироскутером можно при помощи специального мобильного приложения TaoTao. Имеется LED-подсветка, а к радости меломанов и колонки. Несомненно, этот гироскутер надежен, и езда на нем – одно удовольствие. Но при покупке стоит учитывать, что подобная платформа подходит лишь для пользователя весом 35-120 кг. Покупатели отмечают быстроту обучения езде на данном устройстве, отсутствие каких-либо вибраций и общий комфорт в передвижении на нем. По сравнению с предыдущими версиями Smart Balance, модификация Pro Premium 10.5 обладает расширенными возможностями. Корпус гаджета изготовлен из ударопрочного углеродистого пластика, рассчитанного на повышенную устойчивость к механическим повреждениям. По сравнению с моделями-предшественниками, платформа у него шире. При езде загораются синие светодиодные огни и спереди, и сзади. Также имеются индикаторы уровня заряда и наклона устройства. Водитель реализовал в этой модели функцию самобалансировки, что дает райдеру следующие преимущества. Сходить и вставать с гироскутера весьма удобно, поскольку платформа стабильно удерживается в ровном положении. Также самобаланс не дает упасть и сделать несколько кувырков гироскутеру, даже если райдер упал. В этом случае платформа все равно сохранит горизонтальное положение. Кстати, колеса настолько продуманы, что не требуют подкачки, хотя на всякий случай ниппель предусмотрен и находится на внутренней их стороне. Данный гиромонстр катается по любому дорожному покрытию, в том числе и бездорожью, мокрому асфальту, снегу, гравию, песку, газону или лесной тропинке. Этому способствует высокий клиренс агрегата и увеличенная широта покрышек. Увеличенная мощность позволяет гироскутеру легко подниматься в гору, при этом разница с обычной ездой становится практически незаметно. После установки приложения TaoTao пользователю можно отслеживать уровень заряда батареи, километраж поездки, скорость движения. Также есть возможность задать необходимый маршрут, настроить минимальный вес пассажира, задать тайминг простоя до автоотключения. В общем, эта отличная модель гироскутера подходит для тех, кто хочет от своего гиротранспорта все и сразу. Pro Premium 10.5 – это беспроигрышное сочетание функциональности для развлечений и деловых поездок по городу. Продолжает топ легкая модель Smart Balance 6.5, обладающая весом всего 10 кг. В этом компактном устройстве реализованы все необходимые функции. Рама из качественного ударопрочного пластика, рассчитана на пользователя весом до 80 кг. Путь, покрываемый без дополнительной подзарядки, составляет 10 км. Скорость достигается 15 км в час. Устройство способно подниматься в гору с уклоном в 15 градусов. По бездорожью эта платформа не пройдет. Это по большей части маневренные устройства. Но Smart Balance 6.5 – отличный вариант для поездок по аллейкам, паркам, дорожкам.
Прочные покрышки практически невозможно проколоть, поскольку изготовлены они из качественного материала. Беря во внимание все характеристики, транспортное средство идеально подходит новичкам, только осваивающим сей инновационный вид транспорта. Поскольку скорость транспорта этой серии невелика, этот гироскутер подойдет для детей любого возраста. Следующая достойная модель в нашем рейтинге – это Mekatron Hoverboard 6. Маленький и легкий, он как нельзя лучше подходит для катания детям. Аппарат снабжен автоматической балансировкой и широкими надувными колесами диаметром 6,5 дюймов. Поэтому он легко преодолевает дорожные неровности и впадины с перепадами высот до 15 градусов. Аккумулятор упакован в надежный кейс, защищающий его от возгорания и случайного попадания пыли и влаги. Корпус из пластика и прочные покрышки показали хорошую устойчивость к механическим повреждениям. Реализованная в устройстве функция самобаланса при включении автоматически выравнивает и калибрует платформу. Это придает райдеру уверенности в движении и помогает уберечься от падений. Для активации функции самобаланса не требуется никаких манипуляций. Она автоматически включается при активации гироскутера. Нескользящие накладки на платформе позволяют одинаково комфортно ездить как в обуви, так и в носках. Грузоподъемность Mekatron Hoverboard 6 составляет вес в диапазоне от 25 до 100 кг, так что он подойдет как взрослым, так и детям. Для развития координации эта модель подходит детям с 7 лет. Небольшой вес устройства позволит ребенку самостоятельно поднять его и, например, перенести через дорогу без помощи взрослого. Завершает нашу сегодняшнюю подборку модель Segway Smart Balance A8. Силовая рама устройства изготовлена из сплава алюминия, а остальные части закрыты ударопрочным пластиком. Благодаря системе автобаланса на данном Segway можно без проблем кататься не только по ровным дорожкам, но и по гравийному покрытию, песку и снегу. Производители предусмотрели в этой модели своего рода руль, представленный в виде выдвижной ручки. Ее наклоном можно прибавить или убавить скорость Segway, а также повернуть или притормозить. Это создает дополнительное удобство и позволяет пользоваться им детям, начиная с 5 лет под присмотром родителей. Энергоемкий аккумулятор дает возможность кататься без перерыва около 3 часов или преодолевать маршруты протяженностью в 20 километров. Пользователи в сети отмечают следующие достоинства этого мини-Segway: легкость, компактность, бюджетная стоимость, простота в управлении. Однако эта серия не приспособлена к езде в сложных условиях дорожного покрытия. На ней не получится покорить бездорожье. Этот агрегат как нельзя лучше подходит для небольших путешествий по городу. Какими-либо навороченными опциями устройство не обладает. Он имеет стандартное наполнение, украшенное яркими принтами платформа, инфодисплей, динамик, батарея. Фронтальная и тыльная LED-подсветка улучшает видимость в темное время суток, выполняя функцию фар. И гироскутер, и его собрат Segway – отличные современные средства для передвижения, спорта и развлечений. Легкие, компактные и маневренные. Ими могут управлять как взрослые, так и дети. Представленные нами модели станут идеальным вариантом для тех, кто любит гулять на свежем воздухе, но не в восторге от пеших прогулок. Надеюсь, что мой рейтинг позволит принять правильное решение и приобрести действительно качественную и надежную модель. А какую модель гироскутера или Segway вы бы приобрели своему ребенку? Делитесь отзывами и рекомендациями в комментариях. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал «Современные родители». Ну а я жду вас в следующих моих видео. Спасибо за просмотр. Пока!